Вот это мега взрыв! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Фуфлик, Бродяга Пропага. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Ребятушки, наконец-то вышел новый пак на бомбы. Называется SV Bombs V2. Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать и веселиться. Погнали. Так, пацаны, первая бомба 3М14К. Это даже не бомба, это у нас торпеда. Тут и торпеды, и ракеты, и бомбы. Буду стараться попадать по танкам. Но если даже мимо будет, ну хотя бы не встретить ее радиус. Я специально это сделал. Да что за бред? А ну стойте, стойте. Я ее попробую выше кинуть. А что за бред? Что-то так взрывается криво. О, теперь мы увидели. Ух, прикольно, да, в конце какие-то такие искры идут? Так, 3М7. Ой, это ракета уже. Буду стараться запустить по танкам. Они на равновесиком летят вот так где-то, приблизительно. О, недалеко. Недолет, ну ничего страшного. Давай. Их очень много, ребята. Здесь около 200-250 где-то бомб. 45-36. Это уже у нас тоже торпед. Буду больше рычаг брать и кидать. Ого. Хоть повспоминай, как кидать эти мощные штуковины. О, она начала. Видели, она начала, короче, этот в воздухе лететь. Слабо, слабо. Но здесь будет очень много разных. Поэтому досмотрите ролик до конца. Я даже не слышу взрыв. Вам доходит взрыв? Нет. И у меня не доходит. Значит, слабо, ребята. Будем ждать, пока будут мощные бомбы. О, это что-то было слабо. Так, 53, 56. Это, наверное, название, конечно. Может, я не разбираюсь сильно в бомбах. Но это торпеды все сейчас у нас идут. Блин, даже не слышно. Слабо. Наверное, они классно взрываются под водой. 53, 57. Так, полетела. Давайте что-то мощное. Я вверх полетела. Неужели торпеда может в воздухе летать? Вообще они не было слышно. Они как-то пукают и все. 9М113. О, вот это ракета уже. Давайте будем стараться попасть по танкам. Давайте побольше навес возьмем, раз они криво летят. Не криво, а недалеко. Ой-ой-ой, смотрите, сейчас, наверное, четко попаду. А, не, наверное, далеко улетела. Перелет. Вообще в контейнеры. Нет. Да. Бомб. Не, она, кстати, это хорошо взрывается. Давайте попробуем сделать меньше навесик, все-таки попасть по танкам. Где-то, я думаю, вот так вот. Во-во-во, это будет четкое попадание, смотрите. Не перелетело. А, нет, попало. Бум! И танк взорвало сразу. Минус один. Ну, ребята, я уже подлабанный. Так, 9М114. Тоже ракетка. Буду с таким же делать где-то уклоном, где-то вот так вот. Похоже на пулю. Ну, кстати, даже воздух сзади у него так, знаете, плавится. Ага. Вот это было помощнее. Но что-то звуки не доходят. Значит, слабое. 9М10. Да, там очень много их. Вроде кажется, что далеко летит, а потом резко начинает снижаться. Ну, это прям далеко улетит. Ого, это помощнее было. Давайте все-таки попробую по танкам попасть. Вот так вот где-то. Во-во-во, смотрите. Пойдет. Идеально. О, тут уже было взрыв слышно. 9М123. Блин, классно. Я люблю, кстати, ракеты запускать. Мне нравится. Это классная тема. Во-во-во, смотрите. Не. Понятно. Слабенько. 9М127. Вот это уже, кстати, что-то помощнее начинает у нас идти. Пошло, пошло, пошло. О, четко в танк. Бу! Блин, захочешь еще раз так сделать, не повторится. 9М133. Вот вообще какая-то как крылатая. Так глухо взрывается. 9М14. О, это уже что-то совсем другое. Это как будто, знаете, их на снаряд или с самолета надо запускать такие ракеты. Надо ого! Вообще слабо. Мощи мало. Да-да-да, 9М14-2. Слабомощные, да, какие-то? Чисто такие локальные. Чисто по целям гасить. Да. Ого, это уже было погромче. 9М17. А, не видите, идут цифра выше и больше калибр. Да. Но они недалеко летят. Не, вот это, кстати, далеко полетело.
только перелет. Смотри, чисто в танк, наверное, попадет, сейчас. Попадет. О, а мне кажется, она сама прицелилась, пацаны. А? Мне кажется, она сама прицелилась. Давайте вот так вот немножко проверим еще раз. Может, мне кажется, она цель сама захватывает. А ну давай. А, туда автозахват. Нет. Нет, то случайность, то случайность. Это случайность, да. АДЖМ-14. О, это уже что-то, ребята, поярче идет. Так что не забываем ставить лайк, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Ну-ка. Перелет. Ой, прикольно. Совершенно верно, в дискордик заходите. Так, АДЖМ-114. Мне кажется, их далековато запускают. Но они, блин, все по-разному летят, непонятно. Далеко улетело. Так. Дальность поражения. Сейчас попробую все-таки вот этой ракетой попасть. Не буду ее задирать, а вот так запущу. Чтобы хотя бы слышать ее взрыв. О, пятно под нами пропало. АДЖМ-128. О, ребята, смотрите, какая уже пошла. Мне кажется, это что-то посерьезнее будет. Ой. Хорошо, что, ребята, все бессмертие включил. О, видел, она не сразу. А вот это, походу, наведение. О, вот это уже было помощнее. Не навелась. АДЖМ-12С, да, говори. Она сначала летела, а потом резко вниз. Смотри. Давайте я ее повыше поставлю, мне кажется, она не сразу, да, запускается. Да. Ого. Резко вниз. Да. Ну, перелет. Кстати, скажу, что вот эта ракета мощная. Таким. Вот так вот запущу ее. Да не. Хорошо фигачит, хорошо. АДЖМ-154-2. А. А, это бомба, запускаем тогда ее. Чуть криво, но ничего страшного. Она в воздухе раскрылась. Ой, взрывается. Ого, вы видели? Получается, там какие-то снаряды вылетают с нее еще. Ну, главное, что горисмот теперь не крашится. Я нашел, ребята, мод, благодаря чему теперь горисмот у нас не вылетает. АДЖМ-154А1. Блин, наверное, за это тоже может подлагать. Ну, ничего. Мы ко всему готовы. Вот это было мощно. АДЖМ-154Б. Лови торпеду. Видите, они все разные. Таска, сколками. Еще одна. А вон взрывается еще, смотри. Да. А это кассетная, наверное. О, давайте я их попробую в танк запустить. Как это, как салют? Наверное, не долетит. Она как-то странно легкая летит. Легенькая. Дима, она взрывается как салют. Ну да, смотри, сколько там взрывов. Прикольно. Это кассетная ракета. АДЖМ-158. Охо-хо. О, в воздухе слышали? Так это ракета была или что это было? Да, это была ракета, давайте все-таки ее запустим. Она в воздухе крылья открывает. Не, давайте ее пониже, вот так вот. Вот так вот, да. О, да. Ой, четкое попадание, наверное, будет. Ой, столько дыма. Не попали далеко. Далеко, кстати, это для далеких расстояний. Хо-хо-хо-хо! Вот это, ребята, красота! Реально лайк заслужит. Давайте в танки запущу ее. А ну, давай. Это нормальный взрыв был. Надо прям ровно, да, в танки ее запускать, вот так вот. А, наверное, нет. Бум. Да вообще не было звука. Еще раз. Все-таки попробую в танки запустить. Ой, и нет, рахитка, нет. Сейчас взорвется. Вот, в танки. Не, она, кстати, странно летит. Блин, эффектно взрывается. Реально какие-то салюты. Так, сейчас пошла вся эта серия. АДЖМ-179. Не, это маленькая чили-пиздришка. Поехали. Да они все вниз летят сразу. Слабенькая. Надо повыше. АДЖМ-122. Давайте повыше будем делать, вот так вот. Во. Ой. Нет, это вот уже прям. Это близко. Ну да. АДЖМ-62. А, наверное, те, кто военные, они бы знали, да, как это их, ну, каждая модель. Это... А, бомба. Ты думаешь? Ну да, она не запускается. Хорошо. О, прям в танке. Не долетит, она легкая. Блин, ну этот классный пак. Так красивее была, чем. Да. АДЖМ-62АЕР. Тоже, наверное, бомба. Давайте все-таки нажмем Е, вдруг полетит. Не. Так, попробую до танков докинуть все-таки. Не, рахит. Но она легкая. Есть прям тяжелые снаряды, есть легкие. Ну такое. Не, была красивее. Да.
Так красивые бывают, реально. АГМ-55А. О, вот это уже ракета. Вот это уже ракета. Надо их просто вот так делать. Так, проверяем. Ой, красиво. Взрывается. Она вроде такая здоровая, взрывается. Челепиздрический. АГМ-65Б. Это пуколка. Так, давайте тогда буду ее навесиком делать. Я думаю, вот так вот. Во-во-во-во-во-во-во-во-во! Ну! Пойдет. Нет. Бум. Блин, да что они такие большие, слабо взрываются? АГМ-55Д. Вот это зеленый. А может по цветам еще как-то можно отличать? Ну, вот это должно почетче быть. Нет. Да что слабые? Сейчас, ребята, мы дойдем, там дальше огненные все должны быть. АГМ-84. О, вот это что-то поярче будет. Потому что двойная идет. Ой, я специально проверил. Меня откинуло аж. Давайте вот так вот повыше. Вот так. Побольше угол, наверное, надо. Да. Ну, такое, такое. Так, АГМ-88. О, это что-то по длине. Мне кажется, когда длиннее ракета, она дальше летит. Да, я угадал. О. Ну, чуть-чуть. Ну, да. Левее будет. Так. АН-М30. О, это уже бомбы пошли, ребята. Вот это, мне кажется, что-то будет мощное. Ой, красиво кинул, ребята. Так. Ладно, я обманул вас специально. АН-М57. Вот это уже побольше. Они побольше размера. Может, ой, гуси, извините, ой. Я кидать не буду. Ой. А где я ее кинул? А вон на рельсы. Ага, вижу. Ни о чем. Так, АН-М64. Так. Вот это легко кидаются, потому что они тяжелые очень. О, вот это уже поярче, да, что-то было? Прям эффект такой. Ну, взрывы слабенькие у них. Так, М65. О, ребята, смотрите, это что-то покрупнее. О, легко кинуть. Мне кажется, сейчас танки отлетят от ее взрыва. Вот у меня такое ощущение. Нет. Красиво, красиво. Такое ощущение, вот у вас был звук или нет? Вообще нет. Ни разу не было. Так, АН-М65. Ну это бета-версия. Там это же не, они еще и до конца не доделаны, этот мод. Просто хочу записать реально крутой мод. На бомбы люблю. Ой, красиво. Дима, у них взрывы локальные. Кинуть. Ты хочешь кинуть? Да. Давай, М66. Ой. Ой. А что я ее спамню? Она там заспамнилась. Давай. Давай. Сейчас. Рассеется, я ничего не вижу. Во. Тяжело бросать, я знаю, что тяжело, я уже просто налабанный. Ой, красиво, давайте. Ой-ой-ой. Стой, бомба, стой! А где она спамнит? Сейчас я ее кину, красиво. Смотрите, на танке летит. Сейчас дым сойдет. Ой-ой-ой, смотрите, как кинул. Не долетело. Воу, двойной взрыв, да, от нее идет? Нормально. Моща. Так. АН-МК-1. Надо их активировать обязательно, потому что они как-то странно летят. Ой, красиво кинул. Ну ничего. Если мощь, там ее... Так, попробую на... Ой, так само вдвойне взрывается. Ребята, а что она спамнит? А что она спамнится где-то... Так она спамнится непонятно где. Где она спамнится? Вот здесь. Подожди, надо вот так, может, вниз смотреть. Это дурочка, что ли? А чё они спамнятся так? Во! Да очень странно, очень. Так, подождите. Поехали, на танки попробую закинуть. Почти. Ну, взрывается эпично. Так, поехали дальше. АО-25М1. Так, это что у нас, ракета или бомба? Наверное, это торпеда. Торпеда. О, у нас тут чё чернющая. А где я ее кинул? Я даже не увидел. В танке чуть-чуть полетел. А вон, я вижу. Почти. Слабо. Так, БМГ-109. О-о-о, вот это уже мне нравится, такие кабаки кидать. Она в воздухе как-то очень странно начала себя вести. Вот это да! Красиво вот эти эффекты от них сделаны. Так, поехали дальше. ПГМ-71. Это ракета? А ну, да, вроде да. Да-да-да, это ракета. Ну, в танк. Ой, прикольно. Да. Не. А танк уничтожен. А как так-то? А у него жизни, наверное, мало было других бомб. Да? Взрывная волна. Может, взрывал... Давайте все-таки еще раз запустим ее.
Проверим, вот другие танки сейчас уничтожатся или нет от ее волны. Вот должно сейчас. Нет, перелета. Не, все-таки жизни было мало у танков, но учитывая радиус, наверное, большой у нее. Так, да. Blue E1. О-о-о-о! Это хорошо. Так, сейчас подождите. Хочу все-таки вот так вот. Ой, красиво кинул. Но опять недолет. Гарри Смот, не вылетай, я тебя прошу. Все, дисконнект. Нет. Так, ребята, Blue версии мы не будем взрывать, потому что и та вылетает. Следующая у нас CBU-59. Поехали. Давайте что-то эпичное. А, это дымовуха. Ого, смотри. Офигеть. Следующая CBU-87. Ой. Опять Галима спавнится. А когда видно игроки рядом, она хочет, чтобы не в игроках заспавнилась. Полетела. Снаряды. Нормально, это как кассетная. CBU-97. Так, CBU-97, не укатывайся. Только меня не заденьте, мои чики. Будем поближе взрывать, чтобы видеть, как она взрывается. А, ну тоже такая. Тоже кассетная. Слабенько. А, нет. 40 минут спустя, да? Хахает и гахает. Так. О, пошли следующие. ФАБ-100. О, что-то такая, знаете, как авиационная бомба. Не будем далеко бросать. Наблюдать, как она взрывается. Пойдет. ФАБ-1000. Это что-то будет поярче. 20 раз должно быть. Ого! Вот это нормально. Красиво. ФАБ-1000 и 3 четверки в конце. Ого. Что-то мощное. Ой. Нормально. А, похоже взрывы. Главное, ошметки летят. Так, ФАБ-М43. Ух. Ну да, она так кидается легко, как пушинка по сравнению с теми. На, пукал. Чисто рельсы взорвать. ФАБ-М46. Там много цифр не говорю, потому что в этом смысла нет. Ой-ой-ой, ну так же само, да. Там такой смешной звук был, когда она врезалась в землю. ФАБ-250. Ого, это уже по-другому взорвалась. ФАБ-250. М4, 3 четверки. А что она кидается в ту сторону? Ой, красиво. Они в землю врезаются, вы видели, нет? Нет, да. Прям встрет, да? Я видел. Она просто встает и взрывается. А ну давайте понаблюдаем. Вот, видел? Да, вроде бы. Было. Так, ФАБ-250, М54 вроде бы. Ну-ка. А, я видел. Да, анимация встревания в землю, а потом она как-то резко встрет так немножко. Так, это у нас... Какая бомба? Ой. М62, тоже ФАБ. Наверное, ФАБ это те, которые встают. Ой, я видел, встряла, да. Кстати, в технику она попадет, это будет жесть. Так. Было бы смешно, если бы там другой звук стоял. 25-0-15, тоже ФАБовская. Ну-ка. Такой же. Ну да. Дефолт. ФАБ следующий. Ого, ФАБ. УБ целый. Так же само взрывается, да. Ого, ФАБ 3000. Да. Давайте подальше прям кинем. Вот так вот. О, встряло тоже. Опять. Вот это жесть. ФАБ 50. Вот что-то маленькое. Совсем манюсенькое. Как легко кидается. Ого, это было громко. Читеры на сервер зашли. ФАБ 500. Прикольно. Вот, густой туман. ФАБ 5000. О-ху-ху. О, вот это бандура. Вот это она кидается тяжело. Ну, одинаковые эффекты поделаны. Ну, прикольно. ФАБ, какая-то там куча цифр. О, легко кинулась. Так, ФАБ следующий. Ну-ка. Ого, такая волна была ударная. Так, у нас ФАБ уже заканчивается. Поехала. Вот это жесть. ФАБ 500.
Ой, рядом кинул. Ну, у нас бессмертие, мы будем живы. Такое, как будто сгорает все. Паб такая. Дима, мы уже почти половину бомб. Ничего страшного, половину мы оставим, ребята, на следующий ролик, потому что их очень много. Паб следующий. Много. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, и осталось... Так, подожди, фаб. Это было? Последний фаб. Это фар. А это уже фар? Да. Вот это мега взрыв! Давайте ее подальше кинем. Я ее подальше, прям далеко кину сейчас. Только из-за дыма нифига не видно. Она куда-то туда упала. Вот это она взрывается, ребята. Это эпично. А ну два, аннулирую карту. Аннулировал. Аннулировал. Но дым не аннулируется. Че она такая мощная? Вот это что-то было эпичное. Вот так. Это смоук кинули, конечно. Фар. Вот уже фары у нас пошли. Это ракетка. Запускаем. Вот это она быстрая. Да, офигеть. О, вот это здесь слышно было. JBL, как колонка. Только JBG вроде бы. Это ракета вроде бы? Да, вроде ракета. JBL, да. Такая в другом паке есть. А нет, она, видите, не хочет. Наверное, с самолета может она... О, смотрите, она прям траекторию сама выбирает, когда я ее кинул. Она пикирующая. А, да-да, это падающая бомба. JBG-12. Тихо, JBG. Закрутил закрутейшн. И опять пикирующая. Красиво взрывается. Красиво воткнулась, я видел. JBG-15. Ой, JBG, не JBG. Ну, JBG, ну что ты? Ну, та что, дурочка, что ли? Отойдите, люди. А где она? Я где-то взорвалась. Да дура! Давайте я там поставлю далеко просто. Эй, один. Да ну ладно, все, мы поняли, ты дурочка, да. JBG-16. Так. Ну-ка, встрянет. А, она прям падает, я видел, такая анимация падания есть. Так, 24-я. Давайте пойдем на Е, может... А, нет, это все-таки бомба, да, планирующая. Ой-ой-ой. Похожий эффект. Не, были в начале получше. JBG-28. Вот это уже ракета. Не. Все-таки не. Заскамили мамы. Летит, летит, летит. Two moments later. А чё с ней? Еще обычно. Раз. Бракованная. Ну понятно, не взрывается. Чё это за бомба и невидимка? Хорошо. JBG-31. Тебе JBG нет. JBU. Полетела. Красиво. Так, ребят, у нас осталось еще очень много бомб, поэтому мы оставим следующую часть этих бомб на следующий ролик. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Кидай ее. Вот это бомбы с нашего пака. Фигачит все.